Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Сейчас самое ошеломляющее открытие рулетки в истории моего канала. Почему так? Потому что я буду делать это сейчас на прямой трансляции. Сейчас, помимо того, что это прямая трансляция, сейчас по моему времени час ночи. Мы играем с ребятами уже более чем 5 часов. И на прямой трансляции ребята уговорили меня, чтобы я на своей основе полностью прокрутил вот эту вот рулеточку на контейнеры «Огромный сюрприз». Я уже крутил данную рулетку в одном из своих видео на Твинке, и там мне действительно очень круто фартануло. Ну а что касается вот этой рулетки, то забегая наперед, у меня есть недооткрытые контейнеры по мистикам, точнее не собранные талисманы на контейнеры второго уровня. И если я их соберу, то я еще открою контейнер третьего уровня. Это первое. Второе, собери их все, я соберу талисманы для того, чтобы вернуть немножечко голды. Ну а что касается калькуляции, ребят, поскольку это происходит все на прямой трансляции, то я не буду считать, сколько там голды мне вернулось и так далее. На всякий случай просто себе отмечу, что у меня неполных 165 тысяч для ровного счета. Ну, а потом уже сойдемся. Ну что, ребят, начинаем крутить и давайте посмотрим, что с этого получится. 350 голды, первый прокрут. Первый каракрутик мне приносит... Ну, собери их все явно. Да, но, кстати, обратите внимание, сразу три контейнера. Ну что, поехали. Первый контейнер. Ни черта, просто талисманы, и здесь не хватает одного талисмана для того, чтобы вернулся косарь. То есть я уже буду в плюсе в любом случае на 1000 золота. 1000 голды возвращается. Нормальненько, нормально, я уже в плюсе как ни крути. Талисман, талисман голды, и все, в принципе, из ценного. Пока упражнения «собери их все» закончили, едем дальше. Но давай, родимая, давай не подкачай. Блин, реально, меня очень сильно сдерживает то, что сейчас поздняя ночь, и я не могу нормально в полный голос нормально выплескивать свои эмоции от того, что происходит сейчас. Едем дальше. Ну, вообще, в принципе, я для себя понял, что в этой рулетке самое главное – это забрать главную награду. Тогда у тебя есть шансы нормально окупиться, потому что окупиться на самих контейнерах, которые окружают главную награду, ну, не получится. Не получится, скорее всего. По крайней мере, не в моем случае. 300 голды. Ну, мало. Мало, честно говоря. Едем дальше. 550 золотом. Пока только ухожу в минус. Так, два мега-контейнера. По талисманам мега-контейнеров у меня не хватит, по моим подсчетам, одного талисмана для того, чтобы голды вернуть. Но 500 золотом и выскочка. Ну, выскочка неинтересна абсолютно. Едем дальше. Второй контейнер. 350 золотом. Ну, окей. Лучше, лучше, чем ничего. И я в таком маленьком-маленьком легеньком плюсике. Идем дальше. 600 золота. Ну давай, родимая. Давай. Давай, золотая, не подкачай. 4 собери их все. Интересно, почему не падает по одному? Неужели будет фартовое открытие, если мне сыпят не самые дешманские награды? Так. Что там по талисманам? Еще 3 талисмана надо. Ладно, открываем. Ребят, если бы вы видели, что сейчас происходит в чате на прямом трансляции, какие там смайлики забрасываются. Ребята поддерживают меня всеми возможными способами. Пообещали даже пальцы крестиком скрещенные держать. Кстати, если хотите все это не пропускать, подписывайтесь на канал. Получайте уведомления после прожатия на колокольчик и приходите на прямые трансляции. Мы тут очень круто отвисаем на стримах. Здесь всегда приятная душевная атмосфера, есть над чем посмеяться, есть с кем пообщаться. В общем, ребята в чате ждут вас. Приходите, ребят. Ну, давай. Давай чего-нибудь годного. 1000 золота возвращается. Открываем. Пока можно сказать, что танцую на месте.
хотя бы не ухожу в глубокий минус, это меня уже радует. Потому что чем меньше будет минус, в который я уйду, добираясь до главной награды, а в минус я сейчас ушел буквально на галиму, на какую-то там на пару десятков золота, тем выше будет мой окуп или прямая прибыль. Ну или как минимум я имею высокие шансы выйти в ноль. Мистик. Открываем мистический. Вот он, талисман. Мне еще надо 7. И в принципе в этой рулетке они есть, поэтому все нормально, все окей. Еще открою контейнер 2 и 3 уровня. Помимо тех, которые лежат здесь в рулеточке. Как раз 7 штучек. 6 здесь, 1 сверху. Собери их все, 2 контейнера. Ну блин, честно говоря, как-то на твинке мне фартило больше. Я там в начале сразу танчики получил из контейнеров. А здесь как-то не сыпется, ни мистический сертификат не выпадает, ни собери их все, ничего не падает. Мне бы, чтобы из мистика 2 уровня упал фон профиля, вот это жара была бы. Там было бы жирно. Так, 3 мистика, открываем. Ну давай, давай, не жлобись, давай мистический. Давай мистический. Блин, я надеюсь, я сейчас никого не разбудил у себя в доме. Ух, ребята, вот он. Фух, открываю. Давай, дай чего-нибудь такого, чего у меня нет. Дай. Чинукай, забираю Чинукай, которого не было на аккаунте. Блин, его продавали за 8000 голды в свое время в составе набора, причем сравнительно недавно. Это просто круть несусветная, просто крутотень. Нет, да? Жаль, ладно, едем дальше. Блин, но это первая победа, очень крутая победа. Просто офигенский. Вот только сегодня на прямой трансляции говорил, что, к сожалению, Чинукая у меня нет на моем основном аккаунте. Один из зрителей хотел со мной поиграть на этом танчике на 5 уровне взводом в столкновении. Но, к сожалению, я не смог его просьбу удовлетворить за отсутствием этой техники у меня в ангаре. Очень круто. Просто мега круто сейчас фартануло. По-честному, я на него потратил, грубо говоря, там 4500 голды. Если бы меня спросили купить за 4500, я бы купил абсолютно спокойно его в голом состоянии. Просто имба. Блин, как же обидно, что нельзя выораться нормально сейчас. Так хочется, так подмывает, блин. Так, 1350 золотом, едем дальше. Ну, слушайте, я считаю, что я в плюсе. В любом случае, я в плюсе. Давай еще из мега-контейнера мне что-нибудь сыпани такого, а? Давай. 250 золотом. По талисманам 3 талисмана еще целых не хватает. Это много, здесь я их не насобираю. Тут будет только 2. Это то, о чем я говорил, что мне не хватит талисманов, чтобы собрать все необходимые 10 штук. Ну, давай. Ну, давай собери их все, короче. Я уже, в принципе, понял. Да, ребят, честно говоря, я никогда еще не крутил рулетки посреди ночи на прямой трансляции. Первый такой опыт, и, честно говоря, не знаю почему, но мне нравится. Наверное, я какой-то фетишист. Но серьезно, что-то в этом есть. Ну, давай. Косарик голды возвращается. Просто великолепно. Так, проверяем. Ну, слушайте, ушел в минус, но не такой уж и страшный. Я ожидал худшего, честно говоря.
Там ребята пишут мне, что они меня поддерживают и шлют всю штуку на огромный сюрприз. Ну что, открываем, смотрим, что там будет. Давай на десятку контейнер. На пуделя, да иди ты в задницу. Какой пудель, блин? Какой пудель может быть? Что это? Пудель. Еще лучше. Лучше бы ты голды мне дал, блин. Я в трансе, блин. Так, забираем. Что-то как-то... Труха ушла куда-то. Что это такое? Ну как пудель? Ну блин, ну почему пудель? Почему я? Ух ты, ёп! У меня нет высыпылающего на моем основном аккаунте. Две тачки. Две. И даже если оценивать его в 3500 голды, я считаю, что круто сейчас выпало, блин. Слушайте, ну два танка пополнили мою коллекцию. Я уже очень доволен. С учетом того, что у меня огромное количество техники коллекционной и премиумной на основном аккаунте, исчисляемое сотнями, я считаю, что мне сейчас прям фартит. Фартит по полной, потому что могли быть вот сейчас из контейнеров танки премиумные, которые у меня есть, и я бы просто получал серебро в виде компенсации. Поэтому я считаю, что я, блин, уже в крутом плюсе. Пишите, кстати, в комментариях под видео, считаете ли вы данное открытие успешным. Но, опять-таки, учтите, что... Успешность открытия, она не всегда связана с тем, на какую сумму танков вам выпало, а какие танки вам упали. Те, которых не было, или те, которые присутствовали у вас в ангаре. Это абсолютно разные вещи. Так, не хватает буквально нескольких талисманов, чтобы открыть контейнер второго уровня и контейнер третьего уровня. Тихо, ГСН, спокойно, не нервничаем. Сейчас явно мне не повезет. Я к этому готов. Открываем. Открываем талисман и... Япономать! Третий танк, которого не было у меня на аккаунте. Як Тигр 8.8.2015. Я хренею, честно говоря. Я в шоке. Я понимаю, что я сейчас не сильно там слова подбираю, ребят. Простите, пожалуйста, но я реально на таких эмоциях сейчас нахожусь. Три танка выпало, и все три танка отсутствовали в моем ангаре. 100 голды. Так, все. Мистики закончились. Едем. Едем дальше. Я понял. Рулетки надо крутить в час ночи, ребят. Попробуйте, может поможет. Мистический контейнер. Давай. Давай, родимый. Вот он, мистический контейнер второго уровня. Открываем его, и там открываем контейнер третьего уровня. И там точно что-то должно быть годное. Контейнер третьего уровня. Барабанная дробь пальцами по полу. Открываем. Давай, пожалуйста, дай что-то нормальное. Не позорься. 1000 голды. Серьезно? За контейнер третьего уровня, который я собирал, блин, несколько месяцев? Нет, это фейл, это провал. Это все что угодно. Я ожидал, что там будет что-то жирное. Ну ладно. И на том рулетке большое спасибо. Крутим. Так, собери их все. Еще один собери их все. Ну, родненькая, давай, дай мне еще что-нибудь до главной награды. Дай еще что-то, пожалуйста. Не слышит меня рулетка. Говорит, ГСН, ты обурел совсем в корень, ты слишком много хочешь от меня. Так, еще 4, собери их все. Тысяча золотом.
не, ну, 28 тысяч, еще хоть как-то по-божески, здесь спорить не буду, для собери их все это уникально. Забираем. Т26Е5. Ну, данная тачка у меня в коллекции, понятное дело, была. Получаю компенсацию серой, но это показатель. Это показатель, потому что еще одна машина выпала из рулетки до, по сути, главной награды. Да, один контейнер особый, вот этот огромный сюрприз, я открыл, там был пудель, но в целом весь жир еще остается здесь в рулетке. И при этом всем я уже 4 танка достал, ребят. Я считаю, что это показатель. Из них 3 танка отсутствовало в моем ангаре. Так, талисманы. А что у меня по талисманам? 4 талисмана еще необходимо. У меня столько контейнеров. По-моему, собери их все, здесь не наберется в рулетке. Это, по-моему, последние были, да? Так, чтобы еще косарь вернуть назад. Да, блин. Да, все, закончились. Закончились. Косарь назад вернуть не смогу. Ну что, открываем мега-контейнер и, походу, сейчас будем просто забирать награду главную. Нет, раньше обрадовала меня. Ну, давай, родимый, не подведи. Не подведи, я в тебя верю. Бадгер. Считаю, что это классно. Даже несмотря на то, что Бадгер у меня есть, я либо за Бадгера получу 7,5 компенсации, либо 6,5 из контейнера. Тут гадалки не ходи, в любом случае получаю нормально голды. Бадгер выпадает. Ребят, пожалуйста. Пожалуйста, мои золотые. Забираем. Забираем компенсацию за Бадгера. И что у меня по копилке? 152 тысячи. Ну как? Как это назвать? Круть? Круть. Едем дальше. Еще 2 контейнера. Открываем. Только не фуфло, я тебя умоляю. СТРВК. Опять та же самая ситуация, как и с Бадгером. Вне зависимости от того, что будет. Будет либо голда в нормальном количестве, 5000, либо компенсация была бы еще круче, 7,5. Забираем. Так, второй контейнер. Что ты нам приносишь? Давай, родимый, давай на десяточку. На десяточку. БЦ Бураск. Блин, ну тут, конечно, не очень весело. Всего лишь полторушка. А что, кстати, в виде компенсации, если танчик есть? Мне вот просто интересно. Полторуха. Либо полторуха, либо полторуха. Как ни крути. Маловато будет. Короче, в любом случае, здесь просто... Надо будет его, блин, открыть. Забыл. Забыл нажать. Ладно. Сейчас вернемся, откроем, посмотрим, я заберу 1500 или 1500. Так, забираем. Сейчас просто докручиваю рулетку. Все равно же до финиша иду. Переходим ко мне в хранилище. И у меня в хранилище откроем сначала. Посмотрим, выпадет Бурасик или выпадет за него полторуха. Вместо него, точнее. И открываем огромный сюрприз. Ну, а я пока попытаюсь немножко подышать и закинуть валидола себе под язык. 143 400. Было 165. То есть, получается, я в минусе, грубо говоря, на 21,5 тысячи. Ну, так, приблизительно. Как я говорил, точно записывать не буду. Открываем, смотрим. Сейчас, в любом случае, возвращается полторуха на место. За счет того, что вот отсюда мне выпадает 1,5 голды. Есть 1,5. Забираем камон сюда обратно. Ну давай, не тормози. Ты еще возьми, отключись. 2 мега-контейнера. Открываем мега-конты. Ух ты, блин! 500 голды и черный ящик. Открываем черный. Ну давай 3 уровня сразу мне. Ляп. Нет, 400. Ну дал по максималке. Дал по максималке того 900 с этого контейнера. Круто. Практически косарь вернулся сейчас. Контейнер огромный сюрприз. Как вам? Нормально? Нормально? Это получается еще один дополнительный.
ВЗ-114. Ну, есть у меня в коллекции, поэтому желательно, чтобы выпала машина, чтобы компенсация больше была. Давай, родимый, не подкачай. 1750. Жаба. Жаба, блин. Так, ну поехали. Открываем. TL7120. Эта зараза от меня постоянно уходит. Не могу никак на основе эту машину себе достать. Дай танчик. Дай танк. 1750. Ты посмотри, почему, блин, некоторые танки мне тупо не даются в этой игре. Type 64. По-моему, отсутствует у меня в ангаре. Ну, давай мне машину, которой у меня нет. Type 64. Забираем. Открываем. Акула. Да, блин. Ну, голда. Голда в любом случае. 1500. Ну давай, родимый. Давай на десяточку. Во! Совсем другой разговор. Пиранька у нас. У нас пиранька, ребят, на кону. 5000. 5000, как ни крути. Что в лоб, что по лбу. 5 косарей. Нормально. Нормально. Открываем. Ну, давай. Объектик! 268, вариант 4. Возвращает мне еще. Еще возвращает мне голды в копилку. 5000 золотом. Иди сюда, родимый. Блин, Type 64. Да ну нафиг. Второй раз. Дай золото тогда уже. Давай. 750 голды. Спасибо. Мало, но лучше, чем ноль. Как ни крути. Еще один заход на 5 косарей золота. Иди сюда. 2 контейнера осталось. И еще на одну десяточку. Еще 5 косарей. Еще 5000. Блеск. Просто великолепно. Сыпет родная, как влюбленная. ВЗ-114. Да, ну тут, конечно, не совсем интересно. 1750. Как так разработчики оценивают танки по-разному, я не совсем понимаю. Ну ладно. Так, забираю. Один контейнер я на ВЗ-ху пропустил. Сейчас кликнул не туда, уж простите. 6 часов прямой трансляции не проходят мимо. Порой начинаю немножко подтупить. Могу. ВЗ-114. Но он у меня был, поэтому просто забираем. Так, проверяем, чтобы я ничего не забыл. И давайте будем подбивать итоги в отношении калькуляции. Ну все. Все обналичено. Все нормально. Все окей. Выходим. Что у нас получается? У нас получается, что у меня на счету 174,5 тысячи золотом. И это, ребят, с учетом того, что я начинал крутить со 165. То есть я, грубо говоря, на 10 тысяч голды нахожусь в плюсе. Что я получил за те 10 тысяч голды, которые разработчики мне подарили? Я получил себе... давайте... так вот спускаясь, ну, танчики повыпадали, но из того, чего у меня не было. Я получил себе Як-Тигра новогоднего, я получил себе Пылающего, и я получил себе где-то там мой золотой Чинукай. Короче, 3 машины, которых в ангаре не было, плюс десятка голды. Вот такой вот мой результат прокрута данной рулетки. Честно говоря, если бы была возможность эту рулетку сейчас покрутить еще разок, я бы это с удовольствием сделал. Но мне, к сожалению, такой возможности разработчики не предоставили. Наверное, посчитали, что и так сильно жирно получилось. Я побежал к ребятам на прямую трансляцию, ну а завтра буду специально для вас снимать новое видео. А вы, друзья мои, если хотите быть в курсе всех новостей в игре и проводить со мной весело время на прямых трансляциях, подписывайтесь на мой канал, обязательно жмите на колокольчик, пишите свои комментарии и буду благодарен, если лайкните данный видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.